Пошли уже. Ну что, друзья, начинается наше шоу. Все много ждали. Не очень много, конечно, но ждали и писали. Куда пропал этот парень? Где вторая часть? А я здесь вот. Поэтому мы начинаем. Это называется, друзья, так не надо делать. Нет, никогда. А? Вот так вот конкретные были на комнате. Прикинь, да? Я поэтому того ужасного места отчистился. Ты где ты учишься? Здравствуйте. Ну что, друзья, всем салют. Это новый видос, новый батл, новая заруба. Выйдет два видоса. А, нет, погоди. Да, выйдет два видоса. Первый — это как я выполняю элементы Тёмы. А второе — уже Тёма выполняет мои элементы силовые плюс-минус, которые больше дают нагрузку на забив. Плюс-минус, короче говоря. Там посмотрим, поэтому мы начинаем этот страшнейший видос. Вперед. Переход на балконе сделать. They're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to... Ну что, друзья, разминаемся? Блин, тело. Разминаемся и... стартуем. Put the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Ну что, мы размялись. Теперь можно и начинать. Ну что, начинаем? Начинаем. Короче, друзья. Надеюсь, меня слышно. Будем выполнять элементы Тёмы, он будет загадывать. А я выполняю. За каждое невыполненное, невыполненный элемент мы выполняем наказание. Какое наказание будет, в каком плане? В спортивном или вообще во всем масштабе? В спортивном? Да, ты что, придумаешь жесткое наказание? Или может вообще и спортивном, и в общем, короче, масштабном? Ну там подумал по ходу игры. Короче, делаем наказание общее. И спортивном, и не спортивном, и просто в угарном каком-то, может быть, формате. Наказание будет, короче, за каждый невыполненный элемент. Все, в принципе, можно начинать. Что, объясни, какой элемент будет? Сейчас будут элементы, несколько штук, их будет три. И тебе надо стараться их сделать. Какой первый элемент? Сейчас ты увидишь. Это надо сразу показывать и сразу давай. Делать. Все, показывай, да? Давай. Раз, два, все?
Так, все. Объяснил Тёме, как пользоваться камерой, теперь мой. Моя попытка. Так? Нет, вот так вот. Потом вот так? Да. И сразу выход делай. На две выход. Первый, знаешь, попыткой сразу отбил палец себе, ё-моё. Что теперь? Теперь в уголок спускайся. Хорош. Все. Четенько. Реально было? Да. Нормально? Да, нормально было. Как этот элемент называется? Какой, типа с уголка? Ну да. Вот вообще это, вся вот связка. Это, вот этот Иисус, потом сразу выход на две, выхода на и две, уголок, и уголок. Окей. Давай, второй элемент. Наказание никто не выполняет. Давай. Поворот. Как-то так. С перехватом на верхний. Да, давай попробуем. Да. Сколько попыток делаем? По три попытки, да? Девять, еще две. Последняя, да? Да, постарайся. Хорош. Что дальше? Дальше этот. На приплечьях в уголке висеть надо. Да, уголок делай. Да, было. Ну ты последний элемент не закончил. А надо еще было в уголок спуститься. С приплечьев. Да, блин. Я просто не увидел. Полетели вещи. Давай бонус. Смотри, главное, чтобы фиксация была 3 секунды. А кувырок тоже можешь делать. Его тогда тоже надо делать. На приплечье, потом в уголок. Хорош, да. Блин, это жестко было слишком. Это прям какая-то фигня была. Я отбился немного предплечья, еще и грудину, когда я падал на выходе. Все, идем в третий подход. О, блин, не, эта фигня уже пошла. Все,
Запомнил? Что там первое было? Выход Феникса. Как это делается? Подержи. Еще раз. Я просто снимал, блин, не видел. Смотри, вот. Наш все вот таким матом. Подтягиваешься? Погоди. Вот, смотри. Ага. Держишься вот так вот, да? Подтягиваешься. Разбрасываешься. Ставишь ножом. И выходишь. А потом поворот. Окей, давай. Давай, у тебя все получится. Так вот, так. Узко берись. Так? Нет. Да-да-да, узко только берись. Ну там что? Вот когда развернулся 180, флажок ставишь. Ну ладно, давай пробуем. Давай. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай. Вытаскивай до конца. А теперь оборот. Ты помнишь, как его делать? Не помнишь? Просто спускайся на поясницу и прокручивайся полный оборот. У меня ноги заденут. А? Ноги заденут. Не заденут. Ты их подожмешь. А как, на удачу, что ли? Да-да-да-да, давай. Ну чё, как тебе? Как тебе мои элементики? Так ты сделаешь по-любому. Давай, 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 давай. Хорош. Ну смотри, у тебя последняя попытка осталась. Это последняя у тебя? Еще одна. А, еще одна? Все. Давай. Я не могу, я чисто сделать. Давай я тебе упражнение покажу, которое тебе поможет его сделать. Держишься вот так, да? Ну. Как ты вот делаешь, вот, вот упражнение какое-то делай. Она тебе поможет, типа, вот эту саму динамику сделать. А, погоди, я тебе покажу на турнике. Вот, смотри, смотри. Получается, вот сидишь, да? Немного отмахиваешь вперед. Толкаешься как бы вот. Понял? Ну давай. Давай. Последняя попыточка, давай.
Давай, делай. К сожалению, ты не справился с заданием. Наказание будет. Что, в конце придумаем? Да. Сейчас я еще два подхода делаю, но там ты мне будешь загадывать. Потому что три подхода мы сделали, а договорились. Сейчас я вот это... Не, смотри. Первый видос мы снимаем, отдыхаем, потом второй видос. Это отдельно будет. Ну, я тебе говорю, по отдельности. Давай. Сейчас я, получается... Давай. Сейчас будет динамика. Готов? Готов? Давай. Давай. Скидовка. Перевод. Там я не понял, что там было. Не понял? На, объясни. Что, первое? Первое, получается, стажировка на 180. Быстро. Разворот на 180 просто. Вот так вот? Да. Потом склепка, оборот и халявный 360. Абар. На, продолжаем. Смотри, давай я сейчас всех. У нас приостановилась запись. Ну, мы видите, когда я делал. Поэтому сейчас мы покажем. Давай я перезагадаю лучше. А чё? Загадаю просто другое. Давай. Раз. Перехватывайся, как я тебя учил, да. Смотри, запоминай еще. Я постараюсь уметь это сделать. Смотри, оборот вот оборот обязательно такой, что... Ну, можешь не такой, а можешь любой. Самое главное, чтобы ты в халявный 360 зашел. Получается, я в этом положении опускаюсь. Отталкиваешься, а потом перехватываешься. С накреста, помнишь, да? Вот, вот так вот перехватываешься. Понял, да? Погоди, сейчас. То есть, вот я сделал. Ну? Потом что? Вылетаешь, перехватываешься и делаешь халявный сразу. Да, 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 да. Давай, у тебя есть две попытки. Ровно две попытки, чтобы затащить мою связку. Поехали. Давай, постарайся. Yeah.
Все, было. Ударился, правда. Засчитываю. Я... Че, пятый элемент? Последнее, заключительное осталось. Получается, ты прошлую связку не выполнил, да? Все? Ага, я бы менее не сделал. Я плюс. Запомнил? Так, вот так вот. Потом вот так. Отсюда с этого положения что? Обратно? Да. Потом с клепкой и все. Пишет? Да? Пишет? Можно, да? Ну как я сделал, да и все. Смотри, можешь такой задержкой сделать, как я вот. На, подержи. Типа, посмотри. Я вот с такой задержкой делал. Дерьмо надо. Твои комментарии, Никита, по поводу этой связки. Пошло. Ладно, не расстраивайся. У тебя все получится. Настраивайся. Вот, на мой кулачок счастливый. Давай, у тебя все получится. Красавчик, сделал. Ну так-то, по сути, я бы мог бы это тебе не засчитать, потому что у тебя слишком долго перехват идет. Ну я блин, я охреневаю вообще из-за него даже. Ну так, я засчитываю, потому что ты не знаком с этой ситуацией.
ситуации, потому что я сам. По сути, знаешь, как пельмень делается сразу две руки вот так просто. Я знаю, да. Каково тебе, распишешь это ощущение, каково было тебе, смотри, с верхнего на такой флат перехватится, но вот так это было еще у меня плечи, друзья, плечи просто, короче, ушли в умат, во-первых, во-вторых, кисти забились нафиг, вот эта кость тоже болит теперь, в общем, не элемент, а дерьмо. Теперь я знаю, что хочу, теперь я хочу сделать мощнейшую связку. Так, чисто финал, для себя чисто. Так, погоди, подержи, я надену кофту. Только дай я свой виточек один включу. У тебя включено? Телефон. У тебя включена музыка? У меня открыта она. Не, ну это было смешно, реально. Когда ты пытался перехватиться. Так, плейлист. Поехали. Ну, сейчас жестко будет, мне кажется. Я сейчас постараюсь что-нибудь замутить хорошее. Готовы к настоящему представлению? Если да, то пристегивайте ремни. Мы начинаем. It's that first day of first grade. That cute girl, your third day. That backpack, that snapback you've had since the third grade. The first time you got laid, the worst time you got played. It hurt, but you're okay. You learn from your mistakes. Your friends back in high school, we thought we were so cool. We'd steal Jack, my dad's stash, and drink the whole night through. The first time you first moved, that's new job, a new rules. New student, made new friends, a new start, a new you. I guess things could be worse. Dad's in sales and my mom is a nurse. Yeah, family comes first. Remember all the good and forget about the worst. Yeah, some things will burn and others will hurt, but you can make it work. Yeah, just flashback and be glad that you can look back at a good past. Happy that you have that. I like living in the past. It makes me thankful for everything I have. Yeah, every time that I laugh, it makes me grateful for the present and the past. Yeah, don't live life too fast. Take it all slowly and you can make it last. Yeah, keep all the friends that you had back in your math class. You'll be glad that you have them when you look back. Look back, look back, look back. Хорош. Я старался. Это было очень. Я даже, кстати, луну опасно слишком делал. Наверное. Все. Сейчас нормально пишет мой. Короче, у меня что-то. У меня была какая-то фигня с камерой, сейчас наладилась. Но сейчас будет еще одна тема. Финал этого видоса. Готов? Красиво, погоди, стой, смотри. Давай, делай размах назад, я тебя вот так вот толкну. Типа. Типа вот как. Yeah. Все? Все?
что, друзья, на этом первый видос подошел к концу. Сейчас мы отдыхаем и сразу же снимаем второй видос. Это будет уже в моей тарелке. Посмотрим, на что Тёма способен. И на что способен я, блин. После похода я еще не реабилитировался до конца. И непонятно, что это там мужик делает. Наверное, он выгуливает собаку. А может быть, он потерял друга. Никто не знает. Никто не знает, Тёма, ты знаешь, чем он занят? Случайно. Он просто ест ягоды, ё-моё. Я клянусь вам, он просто ест ягоды. Ну что, друзья, спасибо за просмотр. Это был Тёма. Мы не прощаемся надолго, потому что следующий видос вот-вот, сразу же после этого. Давай, завершай этот видос. Are you ready for the best?